Сегодня 14 октября, 2014 год. Спасибо. Мы в городе Житомир. Переночевали на вокзале, что, конечно, много комфортнее, чем в окопе. Работники вокзала показали себя просто чудесно. Нашли нам какие-то чаи, печенья. Купили еды, хотя мы уже отказывались. Даже деньги, по-моему, какие-то собирают. Ну, в общем, гостеприимно. Едем аж за Львов.